Привет, привет, Катюшка машет клоуну. Мы приехали в парк развлечений. Катюша? И Чичи едет? Вы посмотрите, ребята. Катюша с собой взяла сегодня обезьянку Чичи. Она тоже катается с Катюшкой на каруселях. Держись, Катюшка! Это очень быстрая карусель. Ой, как нас крутит, заносит, да? Катюша, держись за руль. Чичи, тебе не страшно? Катя, спроси, ей не страшно? Не страшно? Ой, ребятки. А тебе страшно надо? Маме? Маме не страшно. Главное, чтобы вам не было страшно. Голова закружится. Закружится голова? Да. Ну, посмотрим. Пристегнула Чичи? Да. Катюшка поедет на поезде. Какая шикарная карета у нее. Поезд, карета. Станция Мозаика. Катюшка, вылезай-ка. Катюша, ты к полету готова? А Чичи готова? Держится? Молодец. В свободном полете сейчас полетит. Посмотрим, как далеко она улетит. О, видите, какой высокий столб? Катюша, тебе уже страшно? Нет? Не боишься? Ну, посмотрим, как тебе не будет страшно. О! Ох, еще и крутят там! Катюша, наша экстремалка.
ее не слышно, она совершенно не видит, значит, ей не страшно. А держится-то как, а держится-то как. Молодец! Катя, ты приземлилась, тебе было страшно? Понравилось? Катерина готова взлетать на каруселях. Катюша будет играть сейчас в морской бой. Смотрите, какие у нее пистолеты. Катерина, ты где там? А здесь, смотри, Катюш, какие кактусы, и мексиканцы спят. Катюш, смотри, они играют на гитаре. Катюша, ты к полету готова? Мы летим с Катюней. Как страшно, ребята! Катюша говорила маму покататься, но это такой страх, что мама отправила следующим кругом папу. Пускай папа отдувается от страха. Катюш, кричи всем пока-пока! На этой нашей прыгучей ноте мы заканчиваем нашу видеоисторию. Ребята, если вам понравилась наша история, подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайк.